Ре. Весь этерс ир те. И возвращаемся в Латвию. Пойти на мировую и продолжить ремонт здания нового Рижского театра предложила строительная компания «Рере Буве» государственному предприятию «Валснекустаме Ипушиме». Строители готовы взять на себя часть возникших дополнительных затрат, но заказчик мириться и больше не судиться не торопится, поскольку общая сумма затрат на реконструкцию театра и срок ее завершения увеличились. Галина Солодовник выслушала мнение сторон. Проект реконструкции нового Рижского театра был представлен общественности в апреле 2018 года. И тогда было обещано, что обновленный театр откроет двери для зрителей 31 января 2021 года. Но реконструкция не просто затянулась, она остановилась. Валснекустаме Ипушиме расторгли договор со строительной компанией «Рере Буве-1», заявив о многочисленных нарушениях во время ремонта. С чем, впрочем, не согласны в строительной компании. Но сегодня руководство «Рере Буве-1» все же предложили мировое соглашение. Это был первый конструктивный разговор после долгого периода. Мы подали свои конструктивные предложения, как можно завершить строительные работы этого проекта до 31 марта 2022 года. И призываем заказчика эти предложения оценить рационально. И теперь ждем ответ. В мировом соглашении строители предлагают заказчику провести работы, которые появились в результате изменения проекта, и частично оплатить расходы. Общая стоимость – 2 миллиона 600 тысяч евро. Строители готовы покрыть 925 тысяч, включая ущерб, нанесенный соседним зданием. Работы они готовы начать 3 сентября. Мы здесь говорим о компромиссном предложении, и мы не хотим искать виновных. Тогда мы пойдем назад, и это будет судебный путь. Мы в этом не заинтересованы. Валснекустаме Ипушиме говорят, с предложением пока подробно не ознакомились, но уже видно, что увеличилась и сумма, и срок сдачи объекта. Мы не получили ответы на три важных вопроса. Во-первых, как это соответствует закону о публичных закупках, как это выглядит с точки зрения честной конкуренции. И третье, как это выглядит с точки зрения госконтроля. Представитель архитектурного бюро «Зайге Гайле» Марис Галис считает, что возможностью заключить мировую надо воспользоваться, чтобы быстрее возобновить реконструкцию театра. Как бы то ни было, бюро «Зайге Гайле» заключило договор с Валснекустаме Ипушиме. Государство – заказчик, и логично делать, как хочет заказчик. Но я хочу сказать, плохой мир – лучше хорошей войны. Если такая возможность появилась, я только за это. Общая фотография труппы на фоне здания нового Рижского театра и подпись. Это уже третий сезон, который мы проведем во временных помещениях на Мера. С надеждой однажды вернуться в свой дом на Лачплиша. Галина Солодовник, Кришинис Лейтис, Латвийское телевидение.